субботу в Самарской области небо будет ясным, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем 23-27 градусов тепла, ночью 14-16 выше 0. Ветер преимущественно северо-западного направления, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 24 градуса, ночью плюс 16. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 22, ночью плюс 14 градусов. Ветер северо-западного направления, скорость 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневное время плюс 23, ночью 15 градусов выше 0. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 35%, температура воды в реке Волга 21 градус, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.